Всем привет, друзья! Сегодня мы с Данилой сделаем морковные конфеты полезные. Пока у него тренировка, он бегает, а я пошел начинать. Делаю овсяную муку, когда нет блендера и кофемолки. Это происходит вот так. Подкачиваем пальчики. Прошло 30 минут. И где-то стакан муки нужной консистенции мне готов. Итак, чтобы долго не затягивать, овсяночка наша готова. Это стакан овсянки. Натер на мелкую терку морковь. Один стакан. Здесь одно яблоко пюре. Тоже на мелкую терку. Здесь корица, имбирь и кардамон. Сейчас все это мы смешиваем. И 2 столовые ложки меда. Круто! У нас получилась вот такая вот масса, из которой мы сейчас будем формировать шарики. Вот так выглядят наши конфетки. Поэтому делайте полезные и вкусные сладости с детками, деткам. И будьте здоровы! Итак, пробуем. Это очень вкусно. Как тебе? Нет слов. Надеюсь, было полезно.